5 дней обучения, 30 часов прокачки. В центре по работе с детьми и молодежью «Фортуна» продолжается школа «Активы доброволец». И более 80 ребят скоро станут вожатыми. Место встречи изменить нельзя. Кузницей волонтеров в Лангепасе уже на протяжении многих лет остается центр «Фортуна». Осенние каникулы школьники проводят по-разному. Одни просто отдыхают и высыпаются, устав от ежедневной ответственности. Другие активно используют это время для подготовки к единым государственным экзаменам. Однако есть и такие, которые продолжают учиться. Шарафат Исмаилова когда-то сама приходила в школу «Актива» как слушатель. Набиралась опыта и старалась участвовать во всех творческих состязаниях. Сегодня она доброволец со стажем. Девушка гордится тем, что может быть полезной окружающим. Мне нравится быть активистом, потому что я приношу пользу нашему городу, нашему обществу, чем-то хоть полезно. Не просто, чтобы сидеть, как остальные ребята, мои сверстники. Быть активным везде – это же круто. Воспитанники школы «Актива», как правило, в дальнейшем участвуют во всех городских и окружных мероприятиях, помогают в организации масштабных акций и праздников. Мне очень нравится сюда ходить, так как дома на самом деле очень скучно. И здесь я активно получаю знания, а не просто сижу в телефоне. И мне это очень нравится и очень мне помогает в развитии. В дальнейшем мне даст это добросовестность, потому что я помогать людям и также проводить всякие другие мероприятия, которые помогут людям в дальнейшем определиться со своим выбором. Руководители лидерского форума стараются в короткие сроки раскрыть скрытые способности каждого подростка, помогают ему преодолеть свойственную застенчивость и стараются сделать все, чтобы трудный возраст для них не был таким уж трудным. Для этого на мероприятие пригласили практикующего психолога. Я рассказывал о наших потребностях, как устроен наш головной мозг, не с той стороны биологии, а именно со стороны психологии. Я объяснял, что какая часть за что отвечает, то есть как рождаются наши потребности, как мы их удовлетворяем, что такое депрессия, что такое стресс, многие не понимают, как этого избежать, как избежать напряжения, куда канализировать свои эмоции негативные. То есть наши эмоции наполняются в нас, и они живут в нас. Дети сейчас очень много переживают стресса, там школа, дом, кружки и так далее и тому подобное, живут в напряжении. Как это сбрасывать напряжение, вот объяснялось. В течение всей продуктивной недели для активистов Лангепаса будут выступать разные спикеры. По словам наставников, программа обучения – это про искусство вожатого создать из совершенно разных людей, пришедших на интенсив, единую команду. Стоит отметить, в этом году проект получил грантовую поддержку в размере 300 тысяч рублей, благодаря чему, кроме нововведений в плане учебы, ребят будут еще и кормить. Школа «Актива» традиционно проводится на протяжении вот уже больше 15 лет. Она была в разном формате. Она существует в весенний период. Это школа «Актива Лидер», где мы обучаем лидеров общественных объединений. Но в осенние каникулы это всегда школа «Актива» для волонтеров. То есть для тех ребят, которые хотят заниматься общественной деятельностью и добровольческой деятельностью. Но им не хватает определенных знаний. Уже в эту субботу состоится торжественное закрытие школы «Актива». Юные вожатые представят экспертам свои творческие проекты и получат паспорта волонтеров. Сара Тураева, Тимур Дигангиров, «Наши города».